Ну-ка, поздоровались. Всем привет. Сегодня день города, 9 сентября 2018 год. И мы идем кататься на роликах. Сегодня у нас будет первый урок, да, Марсела? Да. Если понравится, мы будем продолжать наши занятия, правда? Ну, сколько народу в парк двигается. Но мы о своем уроке позаботились заранее. Мы записались через сайт. Вот он, парк. В парке проводятся различные мероприятия. Спасибо. А вы? Вася, что это? Разные мероприятия здесь проводятся. Сейчас посмотрим. Мы первый раз пришли в парк Горького, да, Марсела? Да. Ни разу еще здесь не были. Пойдем посмотрим, что здесь. На, держи вот это. Вот куда пропал. Посмотрим, если есть фонтанчики. Да, фонтанчик здесь есть. Как здесь красиво. Я была. Ничего, есть еще. Я была здесь года 4 назад. Но ни Марсела, ни Мартина тогда еще не было. Ну-ка посмотрим. Здесь очень интересно. Ух ты! А ну пойдем. Оп. Ну-ка. Попробуй. Прям прикладывать можно руки. Подойди, Марсел, потрогай вот эту штуку. Нет, ну вот так вот сделай, вот так. О. Давай. А теперь к микросхемам иди. Нажимай. Вот. Еще, а ну-ка к микросхемам иди. К микросхемам. А, давай. Ладонь сделай так. Вот так ладонь сделай. Марсела! Меня снизу. Смотри, по песку босиком ходят. Здесь можно рисовать, как ты любишь, на песке. Здорово! Пошли дальше, посмотрим, потом мы вернемся сюда. Там вон, посмотри, какая труба, в ней можно кататься, это тоже потом. Пошли дальше к пруду. Посмотрим, что здесь. Все посмотрим. Робот, посмотри. Ух ты! Пошли дальше, посмотрим. Можешь потрогать. Вот это да. На. Смотри. Это вот, по-моему, можно сделать... 3D, что ли? 3D, я думаю, да. Так.
науки и технологий. Что? Да. Пошли дальше. Где наша мама? Мы потерялись? Вот что можно делать тоже. Сколько здесь всего интересного, да, Марсел? А, это велосипед, смотри, какой боком. О, а это мини-огород. Люда, а салат будем выращивать? Можно. Почему горох? Очень много всего здесь интересного. Конструкторы разные, 3D. Да. Темные разные конструкторы. Ну, у нас мало времени, да, Марсел? Мы идем кататься на роликах. Пошли, Кися. Не успеем мы сегодня тут все обсмотреть. Хотя очень интересная выставка, просто очень. У меня с собой. Иди сюда. Но они без изъянов, конечно. Больше обезьян. Да. Марсела, пойдем? Пойдем. Это мишка. Интересная выставка. О, а здесь что? Мы тоже одна лист дешевизм. Вот. А... Так, пошли дальше. Сколько здесь детишек. И как нам повезло, какая сегодня хорошая погода. Да, Марсел? Конечно, на роликах покатаешься, а потом сюда придем. Ладно? Хорошо. Не испугаешься? Иди ложись, подлежи на травке. Thank you.
Пошли, Марш, фонтан искать. Пойдем. Мар, пошли. Нравится вам здесь? Маша, вот тут что это? Это просто карта. Куда идти? А. Пойдем смотреть на ролик? Ну, вот сейчас пойдем ищем, да. Смотрите, красивая вода. Все, включим условия. Я даже не платила за что. Теперь уже катаемся. Сколько здесь народа. И на роликах, и на самокатах, и на колясках, и на скейтах. Ой. А мы сейчас найдем своего тренера, да, Ивана. Пошли. А, темная комната была, мы еще в темную комнату не попали. Ну-ка, давай здесь, что Марсело смотрим. Какой шар, смотри, огромный, да? Вот такая новая яшка, посмотри, вот она. Куда пойдем? Здесь даже вон пляж, видишь, там отдыхают, загорают. Мы тоже пойдем на пляж, да? Сначала ролики. Да. Сначала ролики, потом на пляж пойдем. Да. Может, можно вот здесь помочить? Может, помочь? Помочь немножко. Уточки, вон карусельки здесь есть, да. Да, и потом еще на карусельках покатаемся. Сейчас я допрыгну в лужу. Видишь, хорошо здесь разрешают на травке поваляться. Это классно. Образовательный центр вон, зеленая школа. Смотри, посмотри, вон загорают люди прямо на это посреди парка Горького. Обнаженная натура. Потом после роликов давайте пойдем на все эти карусели. Ратор, мы собираемся в гараж. Так, нам сейчас надо найти большой. А, вон я вижу большой фонтан, вон он. Здесь же мы можем и к реке выйти. Помнишь, мы на кораблике ехали и видели лесенки прям к воде. Пойдем тоже поищем.
Смотрите, какой фонтан красивый. Видишь, сюда все равно приходили все на Я тоже буду учиться кататься на ролике. Всем на зло. С погодой там тоже повезло, да? Пошли поближе подойдем к фонтанчику. Посмотрим на него. Пойдем дальше искать спортивный центр. Ну-ка, беги. Пошла, вот сюда, иди, пожалуйста. Сюда, 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 сюда. Уточки? Я не вижу. Да, уточки. Марсела, я здесь. Уточкам, видишь, здесь нравится очень. С удовольствием здесь плавал. Все, спускайся, кисть. Оп, молодец. Арт, привет. Как настроение? Отлично. Хорошая новость. Новость дня. Да. Сейчас где-то здесь. Спортивный центр. На могу. Ну ладно. С вами все равно останется. Ой, ладно. Ну, уехали. Ладно, обойдем. Вот что есть. На экране. Вот это да. Здорово. Будете прыгать, шарики? Да. Вот, я думаю, спортивный комплекс вот там. Что? Где Масянька сейчас будет заниматься, да? Да, где Масянька сейчас будет заниматься. Потому что потом будет большая очередь. Где будет большая очередь? Вот там, где мы сейчас зарегистрировались, позже будет большая очередь. Большая-большая? Да. Потом туда пойдем, посмотрим, что там. А мы сейчас туда и идем, чтобы посмотреть, что там. Пойдемте сейчас где-нибудь погуляем. Вот здесь можем посидеть. Хотите печеньку? Пошли в тенечек, Люда. Я хочу печеньку. Хочешь печенька? Едете или что? Потому что тепло. А, вон киоск с мороженым, вон. Сейчас найдем, скамеечек много. Ой, вот черешня растет. Надо же. А сейчас, блин, все тут изменилось как-то. Да. Сейчас найдем мороженое, не переживайте. А вон кораблики, Люда.
Держишь их? Этого взяли. Мороженое есть? Не, мороженое вот там будет. Где? Я просто шел сюда, чтобы там было. Так, мороженое вот такое в форме Че Гевары. Шоколадное. На, держишь. И аккуратненько кушаешь. Держи, пожалуйста, Марсель. Двумя руками держи. И у Мартина Че Гевара. Пас? Да. Ешь все. Номера заказа 375-374. Март, вкусно? Здорово. Вот такая я. Да, вот такая. Сейчас еще ролики оденем и шлем. Да. Круто? Да. И здорово. Удобно. Да. А вот и ты. А вот и ты пошли с нами. Вот и мы. Так, мы готовы. Ждем нашего тренера Ивана. Ну-ка, как ты выглядишь? Классно. Сейчас он еще проверит, придет нашу амуницию, как мы правильно одели, неправильно одели, да, Марсель? Здравствуйте, здравствуйте, Иван. Иван, вы не против, если мы будем снимать видео? Ну, попробуйте. Для Ютуба. Хорошо. Хорошо? Привет. Так, первые приготовления у нас идут. Да, проверка снаряжения. Снаряжение у вас крутое. Крутое? Вань, а ролики раздвижные? Эти, да. Пойдем, спустимся аккуратно. Я тебе помогу. Пойдем. Я просто думаю, что она пойдет в парк. Да, мы сейчас пойдем вон туда на траву. Поехали, аккуратно. Так. Вот так вот ножки сделают. Рядом. Ага. Снимай. Я тебя довезу до туда. Так. Ничего. Слушай, круто, дома так у нас не получалось. Видишь, вот с профессионалом намного проще. Нам сейчас надо до травы доехать. На траве будет легче. Так, во, мы доехали до травы. Смотри, нам надо с тобой одну ногу поставить туда. Так, вот, и другую. О, здесь уже хорошо, пойдем сюда. Здорово! Блин, она дома не ходила, вообще ни шагу не могла. Ваня, она упадет сейчас. Не защита. Пойдем сюда. Пойдем сюда. Ага. Оу, у нас растет. Ничего себе. Так. Вот это да. Марсела, ты ходишь? Естественно. А дома у нас почему не получалось? Не знаю. Ну потому что мы. Падаешь вперед, руки вперед сделай. Руки вперед. Руки вперед, Марсел. Ничего себе. Марсел, ну ты разгон сделал. Ну ты крутая. Вот это да. Зеленая красивая трава. Пойдем. Пойдем. Не торопись, пожалуйста. О, у нас Марсел и все получится. Так, хорошо. Смотри, нам надо, прежде чем кататься, нам надо ручки разогреть, шею, ножки. Поэтому будем сейчас делать удар, делаем небольшую разминку. Хочешь, скажу правду? Давай руки вот так вот сделаем. Давай взял волну такую. Да.
Да, какую волну? Хорошо. И волну сделаем. Давай больше волну сделаем. Больше. Высокую. Да. Хорошо. Ага. Молодец. Так. Хорошо, давай вот так руки сделаем. Нам надо пропеллер закрутить. Крутим, 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 крутим. Хорошо. Давай, быстрее. Быстрее. Марк, ты тоже? Остановись. Ну чего ты вместе с Марселой? Иди. Иди. Хорошо. Смотри, нам надо на траву посмотреть. Трава у нас есть, зеленая еще. А вверху у нас что? Дерево, наверное. Хорошо, давай еще раз посмотрим на траву. Есть у нас трава? И куда она убежала? А на небе облачка есть? Хорошо. Давай еще. Палочки, тут всякие листики, наверное, есть, да? Что у нас еще? Птицы, может, там летают, нет? Нет, не летают. Улетели все птицы. Хорошо. Плывем, плывем. Давай вот так. Как ты на плавание делаешь? Вперед. Да, плывем. Так. Давай. Вот так вот. Плывем, плывем, плывем. А ты на сзади акула загоняет. Давай быстрее плывем. Быстрее плывем. Так, а мы у нас двумя руками будем плыть. Ого, хорошо. А впереди у нас кип. Поплыли обратно. Обратно поплыли. Да, обратно поплыли. Хорошо. И руки вот так вот. Широко, широко. Птицу крылья. Нам надо посмотреть, что у нас сзади. Нет, отлично. Дерево, да, полосатый, красивый. Так, а у тебя что рассказывает? Дерево, наверное, есть. Дерево, большое дерево. Ну давай еще посмотрим. У меня еще лавочки есть. А у тебя там тоже лавочки есть? Ух, молодец. Хорошо. Люди там, наверное, отдыхают на траве, да? Хорошо. Так, ноги на широко. Нам надо с собой до травы дотянуться. Тянемся, тянемся до травы. Вот, молодец. Так. Давай еще тянемся, тянемся, траву. Траву собираем, собираем, собираем. Вот, возьмем салют. О, много травы, давай. И, да, молодец. Давай еще раз тянемся. Так, салют. Молодец. Смотри, нам надо проверить, колеса у нас крутятся с тобой. Давай. О, крутится, хорошо. Давай другой посмотрим, крутится. Хорошо крутится, отлично. Так, давай ноги так поуже поставим. Хорошо. Так, давай. Прячемся в траве, прячемся, 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 чтобы нас видно не было. Смотри, коленки широко, а вот руки между коленками. Да. Давай, чтобы коленки не было. Такое делать, а руки вот сюда вот между коленками. Вот, так удобно. Угу. Спрятались? Нас не видно? Давай, растем высоко, высоко, вверх, вверх растем. Хорошо. Давай еще раз спрячемся в траве. Ага. Оп, нормально. Давай. И не ударилась, потому что у меня защита. Правильно. Давай, нам надо коленки ставить широко сделать, а руки, видишь, где у меня? Вот, только вот сюда вот так. А, давай, вырастим вверх сначала. Так, поуже. Вот, теперь вот смотри, коленки широко, а руки сюда между коленками. Отлично. Вот так вот сюда. Давай еще раз сделаем. Так, давай, растем вверх. Вот. Оп, давай, коленки широко, 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 широко. Вот. Вот так вот правильно. Видишь как? Как лягушка. Ква, ква. Ква, ква. Хорошо. Молодец. Так, давай вот так вот ноги поставим. Лягушка. Ага. Нам надо в одну сторону. Так, оп, плечо. Так. Здорово. Коленки согни чуть-чуть. Да. Теперь в одну сторону. А теперь в другую. Давай, танцуем. Танцуем. Да. Хорошо, танцуем. Оу. Танцуем. Хорошо. Молодец. Ага, правильно. Все, мы с тобой прям молодцы. Хорошо развивались. Так. Давай будем с тобой. Ракету с тобой запускать сверху. Вверх. Салют. Что ты будешь делать? Салют? Хорошо, будем салют сейчас вверх спускать. Да. Смотри, я... с мордочкой. Красиво? Красиво. Так, давай. Мы с тобой так держим их. Так, давай снизу их будем держать. Так, снизу, да. Давай. Раз, два, три.
Разлетелись. Пойдем соберем их скорее. Скорее соберем. Так, давай собирай тоже. Ага, хорошо. Так, давай еще раз соберем. Потом мы еще такой же на асфальте запустим. Смотри теперь, какую штуку нам надо сделать. Комнату. Вот, руки перед собой. Ага. Вот, так стоят крутые роллеры. Хорошо? Подожди, я сяду на коленки. Я упаду, если ты на меня сядешь. Садись на траву, Март. Не волнуйся, садись, вот смотри, вот так. Она не горючая. Нет, вот так. Вот так, садись. Во, молодец. Давай я тут рядом с тобой ставлю так, видишь, как широкий носочек. Вот, хорошо, коленки сыграл. И руки перед собой. О, молодец. Смотри, я теперь нам надо сделать с тобой тюрочку на рефлексе. Знаешь, как будем ее рисовать? Нам надо поставить ногу вот так вот. Так. Всю жизнь меня закрытие держится. Так. Вот раз. Теперь вторую ногу, пяточку поставлю. О, молодец. Да, они катаются. Они учатся. Теперь смотри, нам надо с тобой вот такую вот елочку нарисовать. Пойдем. Берем руки перед собой. Нам надо видеть, как лучше работать. Вот, пойдем. Так. Так. Отлично. Вот, молодец. Да? Здорово, Марсел, отлично. Молодец. А теперь давай. А теперь давай сама. Нет. Сама. Тебя отпускай, давай сама. Теперь руки перед собой. Вот. Так. Так. Еще. Молодец. Ох, сложно, да. Оп, аккуратно. Так. Широко, широко носочка. Вот. Здорово, Марсел, отлично. Молодец. Идем. Супер. Хорошо. Умничка. Смотри, а знаешь, как крабики ходят? Крабики ходят боком. Они вот так плешно держат, так. И они боком ходят. Давай тоже с тобой боком, как крабики походим. Ага. О, молодец. А клешнями они как делают? Мы тоже будем так делать? Давай. Боком. Давай, еще. Пойдем подставить боком. Хорошо. Так, давай в другую сторону. Пойдем в другую сторону. Так, осторожно. Во, мы с тобой научились как крабики ходить. Иван, а когда плохая погода, где заниматься? Ну, плохую мы здесь особо не занимаемся, все-таки она плохая. Ну, понятно. Не, ну дождь вот. Там, холодно. Пока мы переносим занятия. Вот. Сейчас еще осень будет, шанс все-таки погода. Ну, по мере погоды мы принимаем решение.